результате у меня произошел такой. Я, как, конечно, формально верующая, думаю, как это так, эти вот таблеточки, то есть эти конфетки, вот надо просасывать их, и какой-то будет там от этого какая-то польза. Тем более я пила такие серьезные БАДы, и мне все это помогало, и это мне все нравилось. А тут думаю, ну как конфетки сладенькие, попробовала, прососала раз, второй раз, ну не поверила. Потом, значит, отнеслась к этому абсолютно несерьезно, открыла, значит, я хэппер, да? Вот, я должна была лечить печень, можно я так расскажу? Должна была лечить печень, короче, думаю, сейчас я ее почищу, вместе брейн пью, значит, просасываю, потом начала с мелса альт, потом брейн добавила, ну, думаю, тут печень надо чистить. И оказывается, по ошибке я открыла совсем другие сердце. Ну, проходит время, я смотрю, значит, все жалуются. Ой, у меня давление, говорит, у меня, говорит, вот сил нет. Другой говорит, а у меня, говорит, совсем, говорит, на это погодные условия, там, атмосфера что-то творится. Со мной вообще не знаю, что творится. А я про себя думаю, слушай, а почему я? Раньше была зависима от этого всего. То есть, если погода какая-то меняется или что-то, что-то. У меня, естественно, давление поднимается, у меня, естественно, плохо. А тут как раз-таки все так нормально. Потом прихожу и девочкам рассказываю, вот девочки, лечила печень. А оказалось, вот, получилось наоборот. И вы знаете, вот как Инна говорила, да, на самом деле тонометр я вообще в руки уже 100 лет не брала. А раньше он у меня всегда лежал дежурный. Долежался до такой степени, что вот один на руку одевался, да, вот так вот приложишь, сломала. Другой купила. Но самое важное, что вот такой у меня результат. И еще был вот совсем недавно результат. Опять-таки Фома неверующий. Думаю, да нет, это у меня само по себе. А почему я потом поверила, я сейчас вам скажу. Значит, есть стало мел, этот мелс. Я по 3-4 штуки на ночь. Ну, утром, естественно, альт. И тут у меня разболелась спина. Девочки, у меня разболелась спина так, что я 3 дня не могла вставать. И про себя думаю, ну что же это такое, как-то продуло, нигде не было. Чтоб вот так, чтобы со мной что-то произошло, нет. Потом, значит, звоню Валентине Федоровне, говорю, Валя, вот так, говорю, не могу, спина болит, сил нет. Она говорит, Лен, прососи, пожалуйста, этот, релакс. И когда я, девочки, прососала релакс, вы не поверите, у меня спина прошла. Видимо, какой-то спазм. И так я не знаю даже, что это было, но мне очень понравились наши сосательные конфетки. Я их люблю теперь. Я теперь их рекомендую всем. Про Толика. А муж у меня, ну муж у меня бывший военный, у меня, естественно, все матершинники. И вот когда я ему предложила, говорю, ты, пожалуйста, возьми, попробуй, вот ноги болеть не будут. Ну, он, конечно, послал меня куда-то далеко, а вот, ну, все-таки, думает, пососу, вернее, прососу. Как он сказал, я пососу. Я думаю, ладно, пусть просасывает, начал он просасывать, и что вы думаете? На 3-й день он вытащил деньги из кармана и мне говорит, послушай, говорит, принеси мне еще вот такие конфеты. Я говорю, да, я говорю, это не конфеты, я ему обезьяну, что это дрожжи, а что это вот так, вот так. А он говорит, да это все равно конфеты. Ну, в общем, я его принесла раз, второй. То есть мой муж сейчас не жалуется на ноги. Он такой весь подтянутый сейчас, вот ушел как старик, а сейчас уже прямо выпрямился. Поэтому продукт работает бесподобно, замечательно. Может, потому что я и поверила, девчонки, в продукт. И вот тогда у меня пошли подписки, и рот открылся, и блеск в глазах. Надеюсь, вы все помните, когда я сюда пришла, да? Какая была? Вот так. Негатив. О, какой был. А сейчас? Вот так. В общем, такие у меня результаты.